вас опять будет лаг со звуком, да, или чё? Я не помню, что надо сделать, чтобы это пофиксить. А, во. Не громко? Анька посмотрела клип Акулич и Платона. 8 комментариев. Так, подождите, хочу поярче сделать. Нихера не вижу. Неожиданно, не ожидала. Я думала, это Амина смотрит клип. Было бы очень круто, если бы они общались как-то. Если я не ошибаюсь, стрим все еще идет, а уже нарезки. Если я не ошибаюсь. Я уже думала, у меня весь ТикТок будет в этом. Если захочет, то меня порвут акулы. Изо всех сил буду терпеть, сжимая скулы, как пароходы. Не, ну я что могу поделать? Я реально в ТикТок не заходила, и тут еще вот это все происходит. Воркута. Ой. Как-то крипово, да? Сейчас рекомендации, может, надо обновить. Я же в этом шанс, что я такой же человек, который появился, что-то там посвятился и просто пропал. Потому что перестал быть интересен людям. Я не видела Серегу уже очень много месяцев вообще. Мы вообще не общаемся. Бля, у меня ультразвук это пропадает. Ну, я не знаю, куда ты. Окей, let's go. Дел. Мне так обидно. Ну, я не имею, я раньше помню, как его делал, сейчас вот так не делается. Только я из-за этого и расстроен. Нет. Я не знаю, я просто, он не работает. Он не любит звук сделать. Давай. Что? Сука. Блядь, давай! Блин, это такой угар, это такой офигенный тренд, мы пипец как угораем с этого. Блядь, давай! Эх ты! Да ну нахуй, реально? Блядь! Что у меня за депрессия? Она так близко и не боится. Давай пропадем оба. Чем раньше тут сахар. Для тебя так мало. Рядом с тобой. Завтра уйдет. 90-е, Нью-Йорк Сити. Чак, не вдос я тебя упомянул?
Там опять какие-нибудь гадости будут. Блин, мне... Вот как будто я должна была там жить. Я это чувствую. Мне такое очень нравится. Ну, в плане в это время. Еще стоят? Кто стоит? А, ой. Ну вообще. Так. 20:31. Прибыл Годжо Сатору. Ой, ну это уборочка моя любимая, ладно. Может тоже купить... Может купить лицензию WinRAR, что-то мне грустно стало. Со мной воюет сатана. Сатана, сатана. Мне жена сейчас у двери нахуй, как собака, просто сидит и ждет своего хозяина нахуй. Блять, слева что-то появилось. Это скелеты. Блять, нет. И справа тоже. Игра, от которой у меня паничка случилась. Когда было вокруг черная вода, глубина, море, мы своей командой, и просто мы попадаем в зону, и нас начинает кракен ебашить. Я начинаю орать на весь дом просто, у меня начинается паничка, мне становится так страшно. Я просто закрываю глаза и все. Бля, мегалодон! Блять, какой ужас, какой кошмар! Мегалодон еще! Пизда! Это просто жесть. Хорошо меня знаешь, тогда... Что из этого я ненавижу? Я знаю. Угадайте. 21-е? Чат. 20-е, да. 21-е, это я, хлопцы, зашел. Как магазин называется? Здесь? Просто аккумулятор. Первая аккумуляторная компания. Аккумуляторная компания. Я подумала сначала, что это Валакас. Компания, короче, поляне. Зашел в магазин. И тут вот такое счастье, посмотри. На полу прямо. Танк, прикинь. Шикардос. Как настоящий, как будто он настоящий, такой в 3D. Ну. Спасибо. Красавчик, ну. Девчонка сидит. Опа. И все, так на кассе, понял? За барной стойкой. Моя пизда такая нежная, такая сладкая и свежая. С такой пизденкой на свидание я с удовольствием хожу. Windows XP, наше время. Череп короля Мидас. Ой. Maybe later. Yeah, it's my time, bitch. Да. Сатана. Ничего себе. Сопля потекла аж.
вейп? No, чуауа. Мы над этой чуауа с Лёхой постоянно лежим и угораем. У него очень смешные тик-таки, он очень сильно злится. Это чуауа. Ники-мики. Ники, it's you, my little love. Я бы его раздавила. My little angel. Ники, GTA 5 RP. You want candy? Он как будто вот такого надо, Микки-Микки, чтобы угорать над ним. Злюка. Ты такая добрая. Ну, это Микки-Микки. О май гад, Никки! What a Ники, it's Louis, your best friend. Louis, I do a love. Oh my god, I don't cheat on you. I do oh my god. Какая злая собака, это просто вообще злодей. Последнее селфи это вы снаружи, последний мем это вы внутри. Never ever give up. There'll be times in your life you'll wanna quit, you'll wanna go home. Just never quit. I've seen so many brilliant people. They gave up in life. They were totally brilliant. They were top of their class. They were the best students. They were the best of everything. They gave up. I've seen others who really didn't have that talent or that ability. And they're among the most successful people today in the world because they never quit and they never gave up. So just remember that. Never stop. Эй, пацаны. Это называется просто пидорас. Осуждаю, ну что такое? Купила себе бизнес, Москва, Дубай. Я еду тратить кучу бабок, милый, не скучай. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Да я потратила кучу бабла. Здравствуйте, я кафе. Какие у столики? Такси, вы тебя... Ну все, это вайбс мой. It's about time you fell in love with something that will love you back. GTA 5? And that, my friends, is house music. It doesn't judge you, and I won't either. Ever been punched in your motherfucking face? Пошел джазик. Что в современной России у вас вызывает чувство гордости? Можно выбрать один или больше вариантов. Самое большое чувство гордости у меня вызывает слово «пошли бы вы все нахуй». Что в современной России у вас вызывает чувство гордости? Закрой глаза. Закрыл. Закрой. Закрыл. Просто закрой. Да закрыл. Не задавай вопросов. Я не задаю. Почему, зачем, для чего? Просто закрой. Закрыл. Хотя бы на пару секунд. Да закрыл. Как тебе тикток не слетает? В смысле? Теперь представь его. Купля на все. Кого? Представь. Кого? Ах, почему, почему, почему? Был светофор зелен. Это же просто этот, типа, нейронка. Это же не настоящий, такого нет лего, да? Мне просто нравится трек. Хочу повайбить. У меня начальник уснул или что на трончик? А ну-ка, проверка быстренько. Нет, сидит, ёпта. Что? Почему я черный? Ой! О, да, кстати, это факт. Почему в торговых центрах такое музло? Охуенно, ты стоишь в примерочной просто. Шазамом вот так вот. Тихо-тихо, начальник пишет. Что случилось? Я чай пью. I'm so sorry. Glad to meet you here, my boss. Thank you so much. Thank you. Это я в будущем сижу со своим нужен мужем и детьми, но мне позвонил Егор Ксюх.
I just, you know, start sneezing. I just, you know. А говорят, что в секонд-хенде нехуй ловить. Такой прикид урвал. Паркер, это ты? Чушпанка, это ты? Я узнала тебя с трудом. Ты так изменился. Ясен хуй. Ты мои чукчи на ногах видела? Сосалок вроде тебя они на повал сбивают. Положил глаз на мою девушку? Твою девушку? С чего это ты взял, Флэш? Ну, я думал, Паркер, Фелиция, и мне нужно поговорить. Проваливай отсюда. Фелиция хотела за щеканку сделать, а ты ее уводишь? Фелиция, как ты сказал? Сказал, что ты кукол без прописки. Осуждаю. Осуждаю. Какой оборот. Гляньте, кто накачал бицепс. И трицепс тоже. Могу писюном по губам провести, хочешь? Паркер! Флэш! Тебе больше нечем заняться? Флэш! И что на тебя нашло? Я просто перестал верить в Деда Мороза. Вот что я скажу. Ты изменился, и я боюсь тебя. Это мне тебя нужно бояться. До сих пор твой букет лечу. Короче, у тебя есть... Два варианта. Либо я включаю Тохиса. Идет есть... он нахуй. Здесь есть одна новая. Либо я включаю два сердца Стася Макеева. Просто выключаем этот ебучий магнитофон. Прием. Приемник этот нахуй. Боже ты мой. You look lonely, I can fix that. Сейчас я кофе чуть-чуть попью, чтобы мотор как-то заработал. Мне кажется, он сейчас остановится, нахуй. Небольшая музыкальная пауза. Да он просто на ушко что-то сказал ей. Нихера себе. Флекс. Эй, пацаны, это называется просто... Блин, осуждаю я! О, Антоха МС. Я под него пиздец ваяблюсь. Офигенный чел. Когда сказала, что знаешь иностранный... Ох, быстрее бы малышечка пришла. Ууу, дэм, сан. А во что ты играешь? В КС. В КС? Смотри, чего меня дотера научили. Сейчас у меня записано. Жертва борта, отрыжка папиного хуя, одноклеточное создание, сын дырявый, блядь, и нахуй ты мне что-то выпердываешь с кровью вены. Дальше я уже сама придумала, типа, чокнутый, офигевший. А во что ты играешь? Дальше я уже, типа, сама придумала, чокнутый, офигевший. Чокнутый, офигевший, трэш, агро. Зачем у тебя субтитры включены? Это ты меня включила. Я, знаете, что читаю? Нарисуй страх Куэртова в Казахстане. Что у меня? У меня проблемы какие-то? Вот сейчас скажу одну вещь. Запомните, зафиксируйте в своих мозгах.
мода циклична, и все, что мы сейчас увидим, вот это Moscow Never Sleep, фэшн, Сережа Зверев, какой он был опиум, как он ходил по подиуму, все называли его дураком, типа не шарят за стиль, сейчас все так одеваются, сейчас все, вот эти балетки, низкая посадка, вот эти все топики, вот эти стразики. Просто посмотрите на это. А, тут не будет? Сейчас все это в моде. Вот. We're back. And today we're gonna make some Brazilian funk hitchmuchi cuiaba. What's that? Парадеч репостну. А ну-ка, что здесь? Song that goes like... Brazilian funk ритмо. Forgot the name. Two hours later. Hey! Now for the best part. Shanchina, come here. Okay, I want you to go. Now press space. Stop. Now we need that fart Brazilian funk bass. Нихера себе. Будет что-то крутое? Дизайн вашей конуры устарел. Он хуже, чем у вашей бабки в деревне. Вам приходится устраивать бои за место в шкафу. Но когда вы осознаете, что она КМС по карате, вы идете плакать и играть в GTA на минималках. Вам срочно, срочно нужен новый интерьер комнаты. Начинаем начинать. О, спасибо. А нахуй? Домой. Домой. Эй. Привет. А, на. Ну, а нахуй. Вот это кто натворил? О, это я. Да. Подожди, не лену. О, блядь, блядь! Нет, стой, бро! If I can take you outside. Ты королева по снегу, а я принц без колес. Ты по первому с лета, а я с тобой с первых доз. Весной в лесу очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в грушничных кустах. Можно отсосать кирпич в местах. Можно яйца отрезать кабану. Можно у енота в голове сделать дыру. В эту дыру его... Бля, я ничего против СДЭКа не имею, но вот эти люди... В очереди, блядь, эти такие долбоёбы, сука. Это Натрончик побежал за мной, когда новый скандал услышал. Привет, Анют. Глянь один из МВП моментов, тайм-код полночь 30 и до конца. Вылетели из буханки как ОМОН за 2 секунды. Что там за видос? Вот это машинка. 130 миллионов? Она... Вот эта машина 130 миллионов стоит? Номера 777. 777. Короче, рассказываю историю. Просто идем в Дубай, мимо Porsche кафе, стоит
Кулинан, по-моему, стоял, Кулик, если я не ошибаюсь, на каком-то карбоне, в таком закатанном, залитом, как будто как мраморный эффект у него. И номера у машины, внимание, рамка номерная и номер просто, одна циферка 9. Номер 9, просто 9. Мы такие, what the fuck, типа, что за хрень? Выходит мужчина из заведения, в такой, типа, в какой-то поло Гуччи, мужчина взрослый, и мы понимаем, что он идет к этой машине, а мы мимо проходим. И Саня Пардич разворачивается, говорит, excuse me for, типа, the bad question, how much, ну, типа, сколько стоит этот номер? Он так стоит, улыбается, у него такая улыбка, знаете, эта улыбка, как будто, я не знаю, мы все сразу ожили от этой улыбки. Номер стоит 10 миллионов долларов. И он такой, просто $10 million. Номер у машины стоит $10 million. Это вот я, когда у меня появляются права в Москве. Подрываю РЛ-чик легкий. Опа! Бля! Что ты любил? Оп, еще пивасик. Что? Посмотри видос, который прошлый донатер кидал, там горилле. Ну да, сейчас я пока что тиктоки смотрю, спасибо. 20:31. Прибыл Годжо Сатору. Бутерброд будет? Что надо было Зюганову с красной икрой принести, а мне с черной. Me? Вау! Вот это сучка! Самая первая ложь, и больше не позвони, знаешь, что все еще хочешь. Вы в такси назад садитесь или вперед? Я не знаю, это нужно быть максимально уверенным в себе экстравертом, чтобы сесть в такси вперед. О боже мой. О, с пацаном этот квасимся, да? Блять, ну мудак! О боже мой. Don't forget. I'm also just a girl. Что ты вообще думаешь о новой школе рэпа? Вот у тебя есть, например, фотка с ее ярым представителем, таким ярким представителем, Херон Уотером. Это кто? Это молодая рэп-звезда. Да. Это кто, брат? Рэпер. У меня с ним фотка есть? Да. Он подошел просто сфоткаться под студию, я не знал его. Возможно, Херон Уотеру будет грустно. Да почему? Что-то как-то... Ой, блядь. You're a long way from home. This is Brazil. This is Brazil. Wow. Насколько мне повторяли ты? Завтра в школу?
А какой сегодня день недели? Сегодня выходной? Сегодня воскресенье? Здесь можно нормально оттопыриться. Бля, буду. Здесь мило. Питер, ну я бы вполне обошлась телевизором. Один вечер Соловьева не послушаешь, не умрешь. Это его пара? Мне она нравится. Кто она? Лучше бы взял Мэри Джейн, племянницу Анны Уотс. Ну она ведь беспонтовая, максимум на клык. Паркер! Я сейчас коронку ебану. Ты просто, сука, не вытянешь, я тебе клянусь нахуй. Ты же понимаешь, что тебе пизда? Так, кто ездил в плацкарте у туалета, не забудет это никогда. Вот этот вот горн, который... Ой, фу. I'm the realest, stillest motherfucking killer in this game. Drippin', 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 hey. I'm the realest, stillest motherfucking killer in this game. Чикача, эй. Слив зубах, я на космобайке. Я кручу педали, дым в скафандре. Рядом звезды тает, я лечу сквозь дали. Плыву плавно, ведь я просто странник. А, это Цезарь? Ой, вы не увидите нормально. Нахуй рэп. Hey Sonus, can you show me some? Блять. Я постоянно начал в рекомендациях, я вообще не выкупаю, что-то прикола. Знаете, что-то я вспомнила, чего кента, который на Лёху один в один похож. Помните, был ТикТок очень давно, еще летом там или весной, что-то вообще. Сегодня как? Со мной воюет сатана. Сатана. Hold me closer, hold me fast. This magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, I'm inside. Что это? Вот он мой чемоданчик. Нифига себе. Во-первых, ребята, которые грузят его в самолет, кидают его просто вот так вот на-на. Неплохой трек. Хуеви, хуева, ха-ха. Дабл бэс. Неплохой трек. На балконе Рита, все вокруг так хорошо. Дмитрий Матвеев смотрит ТикТок. Вы охренели? Я не Дмитрий Матвеев, я Аня Вишенка. Йоу, Нюрочка, окей, Косточка, окей, Вишенка. Нет. Я стримила, когда еще Димасик Матвейка. У нас вообще где был-то, зай? Тоже не перегибай давай тут палочку. Я не против Димасика. Ну просто не надо сравнивать. Почему ты с ним, а не со мной? Мне больно, ведь сейчас с тобой тусуется другой. Я говорю ей, иди, мне нужен... Ники? Ники? My little angel, my little love, I love you. Чат, 5 минут и заканчиваем, ладно? Посмотрим видос, который нам скинули, я пойду отдыхать. Да что тебя, блядь, ёбаная, снялся, блядь, этот. Блядь, а чё ты колено, нахуй? Встречайте. Отметки.
О, это Егор Крид. Ксюш, прости, но... Отметки? Жестко, жестко. В этом видео разложение малахита. Ну что, похимичим? Блядь. Я не знаю, где ты будешь жить, блядь. Жалко тебя. Жалко, жалко. Недовольный. Лёш, сори, но... Я устала. Где такие сандальки и биркинстоки? Так, что там нам скинули? Давайте глянем. Сейчас я отключу тут все. Бэмс, бэмс. Бэмс, бэмс. Отметки? Ёпта, я забыла. Сейчас, подождите. Ну, ждите. Ну, чё, ждите. Ну, ждите. Ну, ждите, ё-моё. Что там за отметки-то? Что-то крутое, что ли, было? Всё крутое, что... Заметь, пожалуйста, передай привет Даше. Даш, привет. Дашенька, привет. Солнышко, зайка, рыбка, привет. Со мной воюет сатана. Сатана, сатана. У вас 3 запроса на переписку. Здрасте. А видели, кто на меня подписался? На меня подписался 32-й кабинет. Я даже ничего не буду. Здрасте. Вообще, 32-й кабинет. Угу. Так. Упоминания и отметки. Ну, тут какая-то, наверное, гадость, да? Ух, ёпта, вы напонат... Ух ты, блядь, ёшки-матрёшки. Блять. Блять. Ну, спасибо, конечно, большое. Угу. Спасибо. Малышки, спасибо большое, что все это делаете, что уделяете этому время. Мне безумно приятно, реально. Я редко сейчас захожу. Редко сейчас захожу, проверяю, но, блин. Спасибо. Не, почему? Мне очень приятно. Я вообще кайфую. Ты лайкала уже? Девочка злая, снов теперь со мной. Со мной, теперь со мной.
малышки мои. Вы меня на какой-то хрени тут запретной, да? Дайте-ка я проверю сначала. Дайте-ка проверю. Что это? Ой. Зачем меня, больного? Я больной. Так. Что там за раскладик был, не поняла. Так, проверка. Да уж, этой девчонке 29 лет. Ё-моё. Ё-моё. Народная. Ну а чё, мне приятно. Мне безумно приятно, что кто-то уделяет этому время, создает какие-то аккаунты. Вообще, для меня это впервые. Мне очень приятно. Сейчас я докажу, что никаких привидений не существует. Вот. Первое окно, никого нету. Не хочу смотреть страшилку, не отмечай на страшилке меня. Чек не умоляю, что это? Встаньте рядом. Сейчас Эдит по щелчку пальца, где вот в старые времена вы вместе ходили, ебанутые сервис. Раз, два, три. Да что это так? О, блядь. Что за любовные тут? Что за любовные? А это я лайкнула. Сейчас еще вот это гляну, что это такое. Это я лайкнула. Это я лайкнула. О, господи. Так, ну вроде как основное все посмотрела. Там то, что было 2 дня назад. Ой, тут что-то вообще дофига. А где эта девчонка? Да ёшки матрёшки! Извините. Все, молчу, громко крикнула. Блядь, 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 блядь. В курсе, что я сильнее тебя? Вот просто. Ну, конечно. Милашкинск. Юта! С днём варенья! С днём рождения! Ты, блин, вообще... Че, без лайков? Я всем поставила лайк. Спасибо за праздник! Нюрка! Мама! Че, даже захотелось пересмотреть. Да, у нас всех... Да, это было круто, реально, реально круто. Мне сегодня 18 лет, дай зажигалку, выключи свет. Никого звать тут, никого нет, задуваю свечи под свист ракет. Я так давно бегу, что не знаю от чего. Я так молода и не знаю всего. Ну все, это уже какое-то самолюбование. Блин, огромное, блин, капец, вы меня отмечаете. О, вот это Лейрис, я ее знаю. Я знаю ее. Она постоянно что-то выкладывает крутое про меня. Я уже, блядь, раз 10 про это сказала. Ну, рели как 18. У меня тут все пролайкнуло это. У меня реально как будто префом лайки стоят все на ее видосах. Да. Это я? Она вообще в теме, она даже за трек шарит. Так, все. Че, посмотрим, что там этот... подпишись на нее. Да как нехуй добавить в ответ. Да, подписалась. Так. Maybe later. Как это?